тоже, чтобы получить представление о черногорских дорогах. Ну вот попытаемся сейчас снять немножечко. Юр, ты быстрее, пожалуйста, едь. Вот на самом деле гаражи не такие уж крутые, которые надо закладывать. Но иногда такое открывается красивое зрелище. Я уж не знаю, может ли это передать телефон, видео. Но хотелось бы передать это. Часто эти городочки, эти, которые спускаются к морю. И так, ух! И вот такая панорама города на море. Город Петровас. Ну, наверное, я не знаю, что там нас ждет. Пожалуй, чтобы видео было не длинным.